Ребят, я вам давно хотела рассказать про орхидейку, которую я не удержалась, купила зимой. И пришла она очень в печальном виде, а сейчас вы видите, вот мы можем уже похвалиться и прекрасным тургором, и даже, смотрите, новыми корешочками. И вот здесь сейчас я вам тоже покажу, как они отрастают, видите, да? С моей вместе тенью. Вон они, новые корешочки. Вот. А все дело было как, что пришла она зимой подмороженная, я ее посадила чисто в кору. Но затем узнала у девочек, что это wildcat, дикий кот, который. Она очень, из-за больших листьев, она очень любит воду, даже много воды. Поэтому я ее посадила в кору, вы видите, и большое количество мха. И вот после буквально пару месяцев в таком содержании она поняла, что в принципе ей это очень нравится. Все корешочки зеленые. Мы сейчас их посмотрим еще раз. Вот посмотрите, видите, вот так лучше видно, да? И малышню какую она уже пошла пускать. И тут я вам показывала два жирненьких корешочечка прям у основания, то есть ей все нравится. Почаще ее поливаем, то есть где-то раз в 3-4 дня у меня получается. Вот сидит она вот в таком вот прозрачной посуде. Ну и красиво, с большими листьями она как бы смотрится очень хорошо. Ну и мне кажется, даже у нее вот здесь вот пимпочка на цветоносике, наверное, может проснуться. Плохо видно пока. Вот, в целом я вам все рассказала, поэтому если у вас тоже какие-то с ней проблемы, напомню, что это Wildcat еще раз, дикий кот она же, сажайте, пересаживайте ее в смесь коры, субстрат и побольше сфагнума. И будет вам всем вместе счастье.